Всем привет, дорогие друзья! У нас долгожданная прохлада. Градусник показывает 22 градуса. Это просто сказка какая-то. Как же хорошо. Небольшой передых от жары. Максик идет с Вербой здороваться. Верба занята важным делом. Давай Ваню за попу кусь. У нас прохладно вообще. 20 градусов, мы прям мерзнем, куртки сразу надели. Чё ты меня от 40-то. От 40 градусов сразу. 20. Да дайте кота. Я хочу подержать его. Я тоже хочу подержать его. Нет. Беги, 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 Макс, беги. Иди, мой мальчик. Иди, мой мальчик. Здрасте. Здрасте. Иди, моя сладкая. Вот Вань конфетку добыл. Ешь, ешь. Перчатки ему надо отдать. Сейчас занос насажает. Сейчас, Верба, Масик съест твои веточки. Сижу быстрее. Ваня точит карандаши. Саша, а где ты эту точилку-то взял? На Озоне заказал? У нас была такая подобная? Да, была. Ну, Ваня ее куда-то заныкал. Да. Вань, неси сюда, ребятам покажем. Будь здоров. Вот. Красненькая. У нас черненькая была. Угу. Да. Ну, показывай, что там. И что? Ну. Во. Уронил. Дома карандашик. Брауберг. Точилочка такая вот. Друзья, смотрите, какой карандашка. Точно. Ну, иди, работай, работник золотой. Наслаждаемся последними днями отпуска. Прям реально последние дни. Саша в понедельник идет на работу, я уже во вторник. Все. Жизнь проходит просто моментально. Костик мой вообще далеко от меня не уходит. Если я спрячусь, не дай бог. Все, истерика у козы. Как хвост за мной по пятам. Лилии на этом месте растут тут лет 30, наверное, если не больше. Ну, около 30, наверное. 20 точно они тут растут. Тигровые лилии. Раньше я их не любила, не понимала. Что эти цветы за такие? Выкорчевывала, они все равно растут. А сейчас как-то вот ничего не, мне кажется, очень даже красивые. Как цветочки мои красиво смотрятся. А, сказка прям. Это вот все та же китайская пила. Сколько ей лет? Пиле этой сколько лет уже? Да мало. Да года 3-2 точно. Ну так достаточно ее для наших потребностей. Сломается, еще такую же купить, да и все.
Нет, Максик прям реально к козе пристает. Опять крадет. Смотрите, смотрите. А? Сейчас она тебя боднет, будешь знать. Он то сзади подойдет, то спереди, то так, то эдак. Хоть с кем-то поиграть, дай. Мал Вань тебе таскает. Вот работник золотой. О, как работает. Ну, какая крутилка там. Угу. Нашел старые карандаши. Это еще Сашины карандаши. Да. Или Илюшины. Короче, старый-старый коробки. Папа сказал его? Да. Ну, значит, карандашам лет 30. Как папе, больше. Да? Хвост. Если бы. Он думал, ты для него ямки копаешь. Он их закапывает, а там кувыркается в них. Ну все ему надо, вот, ну ко всем пристал. Смотрите. Смотрите. Друзья, знаете, как засовывать карандаши сюда? Вот тут. Так делаешь, засовываешь карандаши. Это куда вынимаешь? Вот потом уточился. Играем с ней. Я бегаю от нее, она за мной. Ну так смешно вообще. Надо тихо вот так отойти, чтобы она меня не видела. Ага, бдит, не дай бог, отойду. Хвостик. Ты мой хвостик? Не видит. Пошла искать. Пошла. Увидела. Увидела? Прям. Выскочила. Нашла? Ходили вчера в магазин в сельской. Я уж мужикам ничего не стала говорить. Принесла, значит, все попробовала. Купила пряники, там печенюшки какие-то. Купила. Ну, печенье-то нормальное. Кофе, пряники мятные. Купила типа картошка пирожная. Ну, миленькие вот такие, как конфеточки такие. И орешки с начинкой. Ну, все такое невкусное. Господи. Я вот одно попробовала, другое попробовала. Ну, блин, уже так все невкусно. Не стала мужикам своим ничего говорить. Думаю, сейчас им только скажи, что вот невкусно. Они сразу едят, даже пробовать не будут. Ой. Масик. Ну, ничего, потихоньку едят. Так-то ничего не говорят, что невкусно. Ну, блин, ну, все такое невкусное. Прящик. Хлеб только свежий был, колбаса хорошая, а все остальное, все прям фу. Прящик. Люля кебаб взяла, спросила, говорю, ну что, нормальный, вкусный? Все берут, всем нравится. Ну, тоже невкусные такие вообще. И разница вам. Ездим в светофор, все берем, все вкусное, свежее всегда, быстро разбираются, и цены хорошие. Они все это хорошо едят. Потому что свежее. А тут лежит. Блин, прям денег жалко, почти 1000 отдала. Ну вот мы на днях собираемся за заказом в Фаберликовский ехать, там в светофор сходим. Ну, моя. Я прячусь. А? Нашла? Ты нашла меня?
Я ушла. Я ушла, она меня не видит. Ага, ага. Идешь? Ты знал, что я здесь. Начинают лилейники распускаться. Хризантемки на реденьке такие желтенькие, красивые. Гуси в футбол идут играть. Лук падает уже, укладывает, скоро убирать его через недельку, наверное. Кабачки вот мы только начнем есть. Первые кабачки вот там вот завязались. У меня есть такая прекрасная свининка, порезала уже на кусочки, лук почистила, сейчас буду жарить мясо, говорю моим, что к мясу хотите, какой гарнир, макароны что ли, ну я так шучу, потому что вот только макароны, да, макароны, короче, у нас все макароны полюбили, одни макароны лопают.